Октябрь, парк, скамейка. Два мужчины, один старик, второму 23. Наверное, у судьбы нашлись причины, чтоб встретились сегодня их пути. Старик смотрел, как листья опадают, молчал и только кашлял иногда. А парень прокричал по телефону не очень уж приятные слова. «Я ухожу, устал я от истерик, твоя любовь, как горло острый нож, мне ревность и скандалы надоели, а ты легко замену мне найдешь». «Красивая?» — спросил старик чуть слышно. «Красивая, но дура», — тот сказал. «Любимая?» Старик с груди как выжал. «Любимей не бывает», — отвечал. «Зачем, скажи, сынок, зачем тогда? Вот я сижу, а рядом ее нет. Она ушла из жизни навсегда. Все думаю, зачем мне этот свет? А обещала, что умрем-то вместе, в одной постели, в час один и в день. Солгала та, что не любила лести. Она ушла, а я теперь как тень. Мы столько с ней прошли, болезни, голод, детей подняли через нищету. Все жду, что она сядет на скамейку, я жить без нее просто не могу. Она б сейчас ругалась, что без шапки и что лекарство выпить вновь забыл. Она была такая скандалистка, но как же сильно я ее любил». Он встал с скамейки медленно, шагами вдоль по аллейке тихо уходил, а парень обгонял его рывками и на ходу ей снова позвонил. «Люблю, ты слышишь, вредина, люблю! Бороться я привык с тобой, не лень, я жить с тобой до старости хочу и умереть». В один и тот же день.